Да, Колян, суровые времена наступили. За кого голосовать-то будем? Да ни за кого. Не пойду я вообще голосовать. Все равно без меня решат. Да ты что, Мухин, свой голос продать хочешь? Филиппович, ничего не изменится. Молчать, Мухин! Я верю в генерала. Будет Кыргызстан развитой страной. Как ты говоришь его? Сованалиев? Генерал Сованалиев. Чистая биография, справедливая власть. Голосуйте за Сованалиева.